А прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Убрать оружие! Кто такие? Выйти на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их! Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Не двигайся. Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком. Ля, мы вляпались по самые помидоры. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Там, если они нам отработать дадут, там типа дерьмо разгребят. Там будем считать, что повезло. Ну, на Ганзу нам пути нет, но зато... Слышишь, держи патроны, пойди купи пару фильтров противогазу. Есть одна мыслишка. Я пойду перед трупом. Сейчас кто-то слышит. Ответьте. Данюха, на меня! Это Москва. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Поймал я однажды экипаж. Может, самогонщику наверху пальца? Повод. День машиниста мы уже отмечали. Давай не все же в грязи со свиньями валяться. Прикупи себе красивой одежды, почувствуй себя гламурно. Будь звездой. За патрон я тебе об охотниках расскажу. Мама мне деньги не дает. И, в общем, от Сухаревской к ближайшей обитаемой станции мне очень долго. Рекомендация лучших специалистов. И заброшенная черт знает сколько лет назад. И чтобы от Сухаревской до Китай-города добраться, надо обязательно большой караван набирать. Когда много народу идет, говорят, ничего особенного. Туннель как туннель. Сухой такой, тихий. Ни боковых туннелей тебе, ни шахт. Деться из него даже Спасибо. Не было. А через день бывает, кто-нибудь наслушается про то, какой это замечательный туннель, попит в него отвертку. И все. Ну, как хочешь. Это только через интернет можно заказать. Щутки? Дай пять. В смысле, руку. Сталкеры говорят, ни в коем случае нельзя смотреть на кремлевские звезды, когда поднимаешься наверх. Они заговоренные звезды эти. Гипнотизируют, что-то вроде там. Посмотришь разом, и все. Глаз нет вести. А потом не успеешь моргнуть, как тебя внутрь затянет, в Кремль. Все ворота распахнуты настежь. А обратно оттуда никто никогда не выходил. Поэтому сталкер никогда в Великой библиотеке поодиночке не выходят. Если один на Кремль сосмотрится, другой, чтобы его в чувство привел. Ну что так подорожал? Обмен валюты, лучший курс. Мам, мам, купи мне крыску. Заткнись, Катька. Мы на этой неделе уже ели мясо. Ну, пожалуйста, мам. Я только поиграю и отпущу ее. Налетай, разбирай. Вы слышали? На проспекте Мира Кольцевой запретили дурь. Если кого-то еще накопают с дозой, все конфискуют. А торговцам вышвыривают его. Алекс говорит, если бы они горячие солнце полезли в метро, голос ей говорил, осторожно, двери закрываются, следующая станция, опаньки, вот и она. И вместо того, чтобы разрешить, сюда и висит.
Я однажды отправился на Белоруссию. У меня тогда были связи на Гальде, и меня через Новослободскую. А когда заметили, было уже поздно. Потому что оружие это уже все. Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, жматяра нереальный, но тут уж ничего не сделать. Зашибись. Все, выдвигаемся. И стоит, нетронутый. Словно и не было никого. Никто меня не слышит. Нет никого. Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Люди, Бурбон? Ха, будто сам не знаешь. Ну, давай пульки и проходи. Я уже Михи забашлял. Но мне-то ты ничего не плати. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Нет, никому. Вот дерьмо. Да, приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Люди, если вы живы, ответьте. Слышит ли меня кто-нибудь? Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Черт, ненавижу это. Никто меня не слышит. Нет, никого. Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Это Москва. Да вроде все спокойно. Кажется, все чисто. Давай. Спасибо. Надо валить отсюда по-быстрому.